Здорово, ребята, продолжаем играть в Dead Space. Итак, чувак, Леонид, расскажи нам о себе что-нибудь интересное. Как давно вы употребляете наркотики? Почему вам за это еще ничего не было? Потому что я не употребляю наркотики. Та-ра-та-ра-тан. Пум! Весь пример с этого чувака. О, гардеробчик. Гардеробчик. А мне тоже можно? Да. Нет, мне нельзя, чувак, пока ты им пользуешься. Прикинь. Я хожу вокруг тебя и, короче, и слушаю воздух. Это не круто. Мне это не нравится. Господа разработчики, вы что, охуели, что ли? Что это за... Я меняю костюмчик на костюм легионера. Это вообще не круто, ребята. Почему я не могу поменять костюм? Почему мы можем вдвоем пользоваться столом, хотя там реально для одного человека мало места? Смотрите, его выблевало. Он стал еще хуже, чем был. Леня, куда уж хуже. Блин, вот говнецо. Ладно, пойду я дальше игру проходить. Ладно. Сам прикол, что еще, что ты меня еще будешь ждать. Эй, Лёнь, ты опять что ли переодеваться? Ты что прикалываешься? Пошел я, короче, игру проходить. Мне не интересно. Не-не-не, стой, посмотришь тоже, какие костюмы есть. Ну блин. Теперь я буду оранжево-желтый. Называй меня просто желтый. Чувак, слушай, это как-то влияет на твою броню там или что-нибудь? По-моему, да, что-то такое было. О. Я выбью из тебя всю дурь. Нужен самат-гель, чтобы улучшать костюм. Ой, за что мне это? Мне нужен гель-смазка. Скафандр был разблокирован. Улучшить X. А, слушай, тут много чего можно улучшать. Ну да. Блять, какой-то жук вырастает у меня на голове, на спине. Улучшайте мощь, длительность, время зарядки стазиса. Прикольно. Улучшайте радиус чего? Акинезисного модуля, это типа, ну, ясно. Ладно, давайте сменим костюм. Скафандр и костюм спецназа. Давайте скафандр оденем, я не хочу гулять в одном и том же костюме. Потом разблокируем еще какой-нибудь, в еще каком-нибудь погуляем. Интересно, мне он задолбал, я, по-моему, похож в этом костюме на какого-то... хозяина своего дерьма. Блять, как у меня могло родиться такое? Как у меня могло родиться такое в голове, ребята, слушайте. Мне определенно нужно идти снимать русско-российское кино. Все. Хозяин своего дерьма, это суперспособность, чувак, или ты думал? Опа, у меня патроны, кажется, кончились. Ох! Твою мать, я думал, они бесконечные. Я надеюсь, что у меня не закончились в связи с этим. Так, секу. Мы вот тут вот так вот мимо попроходили, а может тут что веселое есть? Например, вольфрам. Металлолом. Находим вольфрам, металлолом, сразу дуем туда и создаем вещи. И приготовься. Ты поменялся костюм? Да ты кровь. Ну так надо менять. Мне интересно с одним костюмом. Так, итак, смотрим. О, я вижу цель. Я тоже. Я вижу цель, иду к цели. 13-100 метров к ней. Опа! Мы что-то засекли. Может, там песня Киркорова играет? Это же тоже повторяющий сигнал, повторение рифов. Так, давай, я только тебя жду. Тормоз. Ну, ясен пень. Кто-то еще в космосе есть, кого ты ждешь? О, есть еще миссия. Доберитесь до Терра Нова. Так, подожди. Ага, цель вот. Понятно. Да. Ладно, давай-ка нажмем кнопочку. Открыто, крыто. Так, что это за мыльность? А, это, короче, вагонетка. Мы на ней перемещаемся между кораблями. Круто. Так, куда нам надо было? А, вот, Терра Нова.
Чувак, самое прикольное, что ты выбираешь, а мне назад только приходит сообщение о том, что ты что-то выбрал, и все. Короче, моя игра сводится к тому, чтобы смотреть, как ты прикольно выбираешь что-то. Пиздец, просто. Ну просто вот. Пиздец. Господа разработчики, вы умы. Поленились просто, ребят. Ты мне об этом расскажешь? Королю лени? Пиздец. Ладно, шучу, я не ленивый. Мне кажется, мы уже раз 30 врезали то, что так. Да, не, мы фильм смотрим на самом деле. Путешествие сквозь бездну. По крайней мере, выглядит это так. Мы смотрим фильм «Чужие». Но есть что-то такое. Но «Чужие» круче. Все, я хочу выйти отсюда. Я хочу выйти отсюда, покинуть стазис. Чик. Немножко подлечиться. Так, заходи. Зашел. Где тут нажать кнопочку? Ничего нажимать не надо. Автоматика. О2. О2. За 200 лет хоть чему-то научились. О, тяжелая стандартная станина. Пить же, я не спешу, не это самое, не могу перестать шутить над Леней, потому что он звучит как горец, который кричит с горы. Если, Леня, ты крикнешь «горец», это будет забавно. Попробуй. Аминтон. Гардероб, офигеть. Интересно, какие тут номерки выдают. Горец. У меня, наверное, та же херня, да? Так. Кликай. Ну я клик. Ой, блядь, тут еще выбрать этаж надо. Давай, выбирай, короче. Я колесиком мышки можно выбирать этаж. Что вы мне расскажете? Писька, отвалить-ка. Все, не трать патроны. И вообще. Битва двух бомжей пьяных. Легче. Да бы так и выглядело, я думаю. Кстати, а в чем смысл выбирать этаж, если там выбор все равно либо первый, либо второй, когда ты находишься на первом? А это возможно потом. Ладно. Ну блин, я промазал по ящику ногой. Грёбаный спецназ. Грёбаный спецназ. Я элитное подразделение элитных спецназовцев, или которые не могут... Подразделение косых спецназовцев. Мы тут что-то потеряли. Они гордятся своими заслугами. Принято, Вэл. Welcome. Так, я подобрал плюс один темп стрельбы. Да, я тоже. Наверное. Это мы вместе типа подобрали. Ой. Где? Ой. Где? Ёшкин. Где? Ты? Где, твою мать? А, вот так, что мне надо делать? А что ты нашел тут? Бляха, опять все самое сладенькое достается Леониду. А мы с вами только можем посмотреть на этот стульчик мегаэпический. Так, у меня осталось совсем чуть-чуть времени. Что, тебя застрелю или что? Не, я замкнул цепи. Хорошо, красавчик. О, мы нашли корабль. Ух ты, прикольно. Пошли. Будет тут Месилова или нет в этой серии, или мы будем только херней заниматься, квесты выполнять? Ну, херня занимаешься ты, а давай. Я хожу за человеком, который занимается херней. Ты зато цепи замыкаешь, это такая полезная работа, просто капец. Вообще писец. Мне нужен металл, вольфрам и прочее. Да хорош меня бить, падла ты, блин, еврейка. Ух ты! Собери 10 фишек от пива и получи в морду. И будьте счастье. А вот я не пойду туда, попутить, я все убил. Чувак, ты не против, если я назову серию «Хозяин своего дерьма»? А понимаешь, как-то духловато звучит. «Хозяин своего дерьма», по-моему, это брутальнее этого ничего нет. Хозяин своего дерьма. Лови. Ха. Тесла, работай. Воу, что это за паскуда?
Не, реально, она перезаряжается намного быстрее. Ну да. После увеличения темпа скорости. Если я второй темп скорости поставлю на нее, хотя я, наверное, уже Теслу улучшу и поставлю другой вариатор. О, я нашел гидравлическое оружие. Я нашел того, кто даст нам пиздюлей. Вовремя я, да? Ну. Вообще не ништяк. Я гель нашел, гель смазку. Теперь мы можем заниматься этим с удовольствием. Чувак. Идет. Если бы меня не подлагивало еще, было вообще круто. Чпок, 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 все поспирали. Опа! Сзади! Нормально. Не, мы с разным оружием ходим, это не круто. Я, наверное, все-таки ту херню, которую я на скорость применил, я ее, наверное, сниму. А на скорость поставлю на другую чувака. Опаньки. Что это ты нашел? И посмотрю взад причем. А, нет, вперед. А, я помню про стареньких ботов. Что они будут делать, я уже не помню, если честно. Помню, что они есть. И куда я его дел? Нажмите 3, чтобы экипироваться. Так, подожди. Что-то нашел. Удерживая кнопку правой и для использования держите. Вот я бота вытащил. А, бот может найти, ищет ресурсы и сгружает их на станок. Это круто. Тем временем кто-то родил мента, мне такое чувство, потому что молчание длилось ровно минуту. Подожди. Нет, он принесет ресурсы на станок. Нам просто найти станок, чувак. Он не обязательно будет сейчас искать. Мы можем идти, все. Он же не будет при нас искать. Ну ладно. А потом мы этого бота на станке заберем на ближайшем, понимаешь? Дышло. Ой, я забыл, у меня классная штука. Тогда. Добивай. Сзади. Сранина Ивановна. Сбоку. Получи. Вон он. Давай немножко из них убивать. У них там по-любому что-то в телах. Надо им раздолбывать. Да, ну, да. Они все в телах. Чувак, да ты в теле. Парень. Парень. Воу-воу-воу. Стреляем в гниль. Что это было? В конце слышал это. Справа. Ништяк. У него что-то выпало. Патроны. Нормально. Ты где, люди? Сука. Дави, сука. Синоморф вонючий. Фаберлик. Ништяк. Гэндальф поколдовал, Гэндальф может умереть. Станок. Отлично, там станочек. Что это бля за лицо говнистое? Ребят, 15 FPS это вообще ад. Краснобородые твари. Ой-ой-ой, какой мне попался чувак. Не очень. Да твою мать. Сразу. Сказал Гэндальф. Реально Гэндальф сказал такой стадис. И реально стадис. Я тебя помахаю, замахаю. Ты поняла меня, шкура. Кусок свадьбы. Ну что, ребята, мы вольфрам хоть где-нибудь нашли. Так, у меня пиздец с патроном. Тяжелая стандартная станина. Перезарядка, да. Темп стрельбы. Так вот, ребята.
Давайте на эту херню посмотрим, что у нас. Ух ты, стул. Короче, металлолома мы набрали, а вольфрама как не было, так и нет. Это говно полное, блин. Темп стрельбы я предлагаю поставить на верхний вариатор. Ладно, хорошо. Какой тут вариатор вот этот вот? Подожди. Это... А, импульсная, она так пиу, и все. Это автомат. На плазморезе у нас стандартный вариатор, который занимается вот такой вот херней. Ребята, все это сложно, я не знаю, что поставить. Так. Ну вот этот по-любому надо менять, потому что это полное говно. Туда и туда нужен вольфрам. Троидальный дефрактор превращает оружие в этот самый... Пиу, такую херню. Гранатомет. Ладно, давайте улучшим здесь темп стрельбы, и это будет круто. Так, ладно. Верхний блок. Нижний блок на перезарядку ставить или не ставить? Не надо, зачем? Верхний блок на перезарядку тоже. Вот. А на этом самом, на втором оружии у нас, по-моему, сколько я помню, установлено темп стрельбы, да? Да, по-моему. Ну. Нафига он мне нужен? Я надо убрать. Как его убрать-то? Никак, да? А, вот R убрать. Давайте темп стрельбы поставим на... Пока что поставим на плазморезик. Окей. Потом, когда мы сделаем себе троидальную вот эту вот установку, на нее мы навешиваем всякого дерьма, и, короче, там реально пушка будет вообще. Пушка. Одно слово, пушка. Пушка будет пушкой. Уже времени дофига. Ну, сейчас так более-менее. А что ты, кстати, я забыл про... Про прицельчик. С прицелом не особо удобно, если честно. Это надо на снайперку какую-нибудь ставить. Так, ну-ка, второе оружие. А! Прикольно. И то, на которого у меня не шибко много патронов. Жалко. Разраженный растворитель. Я помню, когда играл первый раз в эту игру, создал себе такое мега оружие. Вообще капец. Что вам и не снилось просто? Такое я создал. Ладно, ребята, давайте продолжим играть. Куда нам идти? Леонид, покажите нам путь. Сюда. Суды. А без воды и не туды, и не суды. Темп стрельбы заметно улучшился. Наверное. Да. Да, кстати, вообще заметно улучшился, блин, мне нравится. У меня патронов мало на автомат. Вообще почти нету. А как ты это видишь? 20-10. Я чувствую. А, ну так у меня тоже. У меня такое чувство, что у нас одинаковое количество патронов. Я промазал. Обойма. Так, чувак, сзади. Твою мать. Гнида, ты толстая. Офигеть. Подлечись. Не могу, нет, нет лечилок, все. Хана, чувак, я бегаю от них. Убегай. Убежал.
Там еще маленькие уродцы подбегут. Все, мне хана. Сопротивляйся и кликай Е. Я накликал уже на удачу. Одноклассники.ру. Отлично. Убил мразоту. Так. И счастлив. Сука, патронов голяк. Патронов голяк. Жизни говняк. Вообще все пизда, короче, люди. Везде говно, блядь. Везде насрано, где не посмотри. О, зарядить устройство стазиса. Где же раньше это было, блин? Чтобы нам напомнить, что ты у нас есть. А ты можешь на Т, если просто нажмешь, это прицел, ты можешь зарядить. Короче, пофигу. Я подхожу, нажимаю на Е, и вроде как заряжает. Полечись. Чем? А, точно. Я тебе могу как-то аптечки сбросить. Так у нас же... У тебя много? Ну, я да, просто хватает. Думал, что у нас что-то типа общего инвентаря. Нет, нет, он у нас не общий. Давай, чувак, тогда скидывай, конечно. Все, хорош. Подбирай. Хорош. Да, бери. Мало ли у тебя еще не свалили. У меня две вот запасные есть еще аптечки, и в принципе мне отлично. Так. Да ёлки, перезаряжайся и резвее, чувак. Блять! Меня убили. Офигеть, а как тебя убили так жестко? Жестко, думал, вблизи появились. Я думал, я тебя могу воскресить. Блин, говно получилось. Убегаем. Скрывай дверь, как в этот самый... Left 4 Dead. Так, давай, гаси. Угу, гаси. Круто. Мы все умерли. Я на Е нажимал, ничего страшного бывает. Блин, жопа какая-то, слушайте, ребята. Да, это как моя... патронов поджал. Моя пушка, походу, показывает огромную жопу. Мне, как его, ее производителю. Надо просто не мазать, и, короче, будет все круто. Сказал и промазал. Так, я бы на твоем месте лучше бы отошел. Куда, в тупик? Так, давай добивай, пока я валю. Добил. Где там разута? Сейчас еще будут. У-у-у. Давай, гаси! Правильно, чувак. Двери должны быть закрыты. Отлично. Гаси! Отлично, я тоже его закрыл стазисом. Надо немножко подзарядиться. Отлично. Чё ты ящики не открываешь там, между прочим? Между прочим, патроны, блин. Которых у ты меня мечтаешь. Не патроны, у меня другая какая-то хрень. Офигеть. А у меня патроны. Вот, какая-то цепь модернизации. Урон плюс один, прикинь. Я урон поставлю на свой мега-автомат плазморез. Так. Сука, что из него вылезло? Сзади! Знала бы его мама. Да, он реально от стазиса отойдет. Встречи, мы его завалим. Блин, это было жестко, да? Ну, мы стали жестче играть. Мы его нет, это было жестко тупо. Мы его заморозили и жестко вступили. Что я запустил? Динамо-машину? Ротор, ты чё, статор, что ли? Явно ты что-то нехорошее запустил. Конечно. Вот нет, чтобы что-нибудь хорошее сделал. Я сделал себе чаёк. Я его выпил. Хороший чаек, между прочим. Так что не надо тут гнать на меня и топтать всякую штуку. Так. Кто-то ляпает, шоркает. Тут говнище, блин. Ты чё махаешься? Псих! Ой, бля! Стреляй!
Ага, нормально, и ушел. Что это? Как это говно понимать вообще? Ой, меня валят! Меня убили! Мне голову отрезали, чувак, а как это? Следи за здоровьем. Я вообще не понял, как это произошло. Крик Вильгельма, ёпта. Блять, мне тоже голову отстрелили. Пиздец. Короче, к этой хуйне близко подходить нельзя. Аналогично, Ватсон. Не знаю, поможет вот это или нет, но я вот это сделал. Отрезай все хуйни, которыми она держит. На тебе медленно налетел этот псю. Все. Опа! Вот жертв на станке. Это баг, чувак. Подожди. Товарищи, это баг. Знакомьтесь, баг, это товарищи. У меня тоже нет уже патронов в этом автомате. Конечно, их не будет, потому что я мало того, что темп стрельбы повысил, так я еще перезарядку улучшил. Они просто улетают, эти патроны. Неизвестно. Я бы костюмчик сменил, если честно. Да, ты его измазал, что ли? Обосрал. Какой плохой костюм. Не нравится мне этот станочек. Мне кажется, что я сейчас... Урон. О, бот пришел. Да. Вольфрама принес. Три штуки. Три штуки это немного, на самом деле. И твой, кстати, тоже 10 штук принес, я так понял. Да. Но мы же все равно не можем создать тот вариатор, который нам нужен, да? Ладно, короче, я все сейчас вешаю на вторую пушку. С этого вариатора, соответственно, все снимаю, потому что, ну, зачем? Если... Ну да. Все. Если метрический равно... зонт, инструмент, выпускающий стрелы из закаленного сплава. Это ты вариаторы смотришь или эти самые... Верхушечку. Блоки. Верхний блок. Блоки все-таки. Стрелковое оружие. Подожди, метрический зонт. Так на метрический зонт вольфрама нужно 50. А у тебя сколько? У меня было 50, уже. Ой, нифига себе, откуда у тебя так много, блин? У меня 33 всего лишь. Уметь надо. Сосать, блин, уметь. Сосать надо, ну не знай себе. Тишопу. Писька ты. У меня зато есть модификация верхнего блока, 2 в одном, перезарядка плюс урон. Так, подожди. Так что у меня теперь крутая пушка для обрабатывания ран. В институте ран. Я, к сожалению, не могу. Так ты метрический зонт купил? Чувак. Нет. Чубака. Не, да, я купил метрический зонт. Блин, а что... Хорошо, вот метрический зонт, а что ты для метрического зонда... Какие там модификации есть крутые? Там огнемет есть, да? Я не знаю. Вот где огнемет есть? Помнишь тут огнемет? Ну тут реально огнемет крутой. Не знаю. Я не видел такого. Так, ну что, мы потопали или как? Или ты еще там ваяешь? Я думаю, что у нас... Гидравлическое оружие? Чувак, ты в курсе, что у нас для нижнего блока есть гидравлическое оружие, представляешь? Ну да. Ты им пользовался? Нет. Ну так ты лох. Сжатая импульсная волна. Так, ладно, пора вернуться обратно к танку. Интересный момент, мне очень нравится этот момент.
Ну тут вариатор конический рассеиватель. Окей. Создадим, наверное, его. Да. Да, потому что он требует в основном только металлолом и еще что-то. Все, сейчас заценим, что это за штука. Не знаю, ну интересно, ребята. Вам интересно? Я думаю, что да. Что это за пиздула получилась, ребята? Я понятия не имею. Так, хорошо, на плазморез у нас... Может, тоже что-нибудь создадим? А, не-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 не. Мы будем на тороидаль на эту херню теперь экономить. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Так, подожди, а почему у меня три пушки? А, это же один этот блок, самый. Нижний блок. Я не мог понять, куда эта штука делает. Зацени, что у меня. Блин. Офигенная тема. Нахрен она мне правда нужна только. Если это ближний бой. Блять, это пиздец, наёбка. Какая-то. Жесть. Ну, ущерба от нее много. Ну, будет у меня ближний бой. Мне бы сейчас огнеметик и вот ближний бой. И было бы круто. Давайте поторопим эту шляпу, которая там стоит. И закончим на сегодня серию, кстати, ребята. Да, уже пора. Ну, давайте попрощаемся с вами. Мега офигенными пацанами и девчонками. И встретимся уже в следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока! Спокойной ночи. Пока-пока.